О, как колбасит-то, а? До встречи! Я опять упала. Не, да-да-да-да-да, не, да. С вами снова я, Комфи, или же Кофе, и сегодня мы будем завершать уже выживание на скайблоке. Да. Вот так. Вот. Да. Вот я почитала про этот магнетический компас, он особо ни для чего не нужен. Стоп. Вы угораете, да? Это что? Я так поняла, это мод, хотя я зашла в другом мире, в креатив, и поняла, что это, короче, мод. Потому что в реальном Майнкрафте такого не бывает. Что, простите? Что это? Эмеральд Шардс? Это что такое? Я, конечно, я не знаю, что я могу из этого скрафтить. Ну ладно, мы сейчас это... Вот, я посмотрела, здесь нету края, то есть мы уже прошли, как бы, по сути, выживание, но так как здесь... А что здесь? А это что? А почему мне ничего не выпало? Не понял. Вот, но так как... Надо же... Надо же... Они падают! Вот, надо же нам какую-то цель для конца, поэтому я решила, чтобы завершить наше выживание, надо построить дом. Это что? Незерлапи Клазу Лазури Ор. А, это Лазурит Ор, да, что? Ничего не поняла. Ну ладно. Вот. Ну, как вы поняли, это руда, так что она нам не особо нужна. Вот эта хрень, она типа примагничивается вот на этот ком, вот на эту точку. И типа мы... Он всегда показывает на эту хрень, но я не знаю, для чего она. Поэтому мы сваливаем в обычный мир. Да, вот. А, не-не-не. А, да, сначала мы пойдем, потом я за кадром добуду все вот эти вот деревья, чтобы построить дом. Потому что я хочу дом разноцветный. Такой нестандартный. Поэтому сейчас мы вернемся в обычный мир. Хоба. Наши любимые вот так вот перемещаться. О, как колбасит-то, а? Так. Что здесь у нас? Ой, а я здесь не была давно. Так. О, а здесь тоже деревья, кстати, есть. Так что сейчас я пойду скрафчу... А! Нет-нет-нет. Сейчас я пойду скрафчу это. А что я скрафчу? А, топорик. И пойду все рубить. Да, так что... До встречи! Я опять упала, я случайно. Я не специально, правда, правда. Все, давайте. Да, увидимся, в следующем году, да. Нет, да, не, да, не, да. А, все, короче, ладно. Вот. Короче, я вот подобывала тут все. Зря я, конечно, второй топор крафтила, да. Не подумала что-то. Потому что у него совсем немного прочности потратилось. Вот. Ну, как-то так. Вот. Еще тут какая-то руда появилась. Я не знаю, что это. Вот. Хотела при вас добыть. Поэтому сейчас возьмем кирочку. И вот. Стоп, это что? Я забыла, у меня весь инвентарь полный. Побеги нижнего края. Давайте, что выкинуть, а? Давайте вот эту хрень, я не знаю, что это. Так, а это что у нас? Даймон... Чего? Я ни хрена не понимаю. Вот. Всего, короче, я подобывала тут. Спасибо, нижний... О, свинозомби заспавнился. Жалко, что с ним торговать нельзя, я с ним поторговалась. Так, все, я вроде нигде же больше дерева не пропустила, да? Да, нигде. Пока-пока, Адик. Мы с тобой больше не встретимся, наверное, в этом выживании. Так, тут я также все добыла вроде, да? Да. Ой. Сто. Ста. А. Это уже мои. Там. О, лама. Лама. А, значит, там торговец сдох. Понятно все с ним. С торговцем оставил своих бедняшек на произвол судьбы. Так, ну, поводок, я думаю, мне не нужен. Поэтому сейчас мы побежим строить. Строить, строить. Так, сейчас я сделаю вот так вот сейчас. Вот тут немного места есть, немного выложу. Такого почищенного я тоже не знаю, зачем это было. Вот так. И я сделаю вот, собственно, вот так вот.
Вот так вот немножечко переработаю и два сундука сделаю. Вот, это будут строительные материалы. Вот, сюда все сложу. Ну, короче, здесь все адское будет. Вот. Хорошо я придумала, а? Я так не думаю. Так, о, костер. Откуда у меня костер? Наверное, с прошлой серии. Так, назаритовый меч. То... Нет, нет, назаритовый меч. О, это ко мне. Так, магма, вот эта хрень, вся золото, то, что даже. Вот это и вот это. Все, я думаю... А, что я думаю? Так, вот это, наверное, во-первых, надо забрать. И вот это. Надо тоже туда же переложить. Так, хоп-хоп, все. Все остальное вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Так, это мы оставим. Это тоже сюда же. Так. Ну все, сейчас мы возьмем булыжничек. А зачем я беру булыжничек, мне интересно. А, вообще... А, вот он, булыжник мой. Так, и сейчас мы будем строить какой-нибудь дом. Дом. Так, то есть будут вот такие. Так, для начала все взять. Вот такое. Все, а потом уже будут украшалки всякие. Так, это мы в доски. Так, а зачем мне доски пока что? Пока что я могу и так переработать. Так, давайте, у нас будет пол. Пол, какой у нас будет? Пол у нас будет, значит, давайте фиолетовый. Ну, розовый, фиолетовый, багровый, вон. Не знаю. Напишите. Так, во-первых, мы вот так вот сделаем. Тут у нас вход где-нибудь будет. Ты житель, как же я хочу слабать. Там у тебя невидимый блок, что ли, а? Можно... А-а-а. Ненавижу этого жителя. Да, по секрету. Ненавижу его. А, ты все слышал? А меня это вообще не волнует. У меня есть назревшая мечта, ясно? Так. Хоп-хоп-хоп. Вот такая дорожечка будет. Вот так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, и вот тут будет наш домик уже расширяться. Вот так. Вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, как я все люблю не оригинальное. Точнее, все оригинальное люблю. Поэтому у нас будет немного странный дом. Вы не удивляетесь этому. Так что сейчас мы построим основу из досок. И потом я уже... Потом я уже что? Ну, правильно, уже потом за кадром дострою, думаю, основной домик. А сейчас вы увидите каркас. Смотрите. Встаем вот так вот, делаем вот так вот. Еще сюда два блока. Скажете, куда такой большой дом? А, фиг его знает, я думаю... Не знаю. Короче, вот так, вот так. Будет у нас оригинальный очень домик. И вот тут будет какая-нибудь еще комнатка небольшая. Поэтому даже, я думаю, вот этот блок надо срубить. Да, он лишний. Вот так вот. И вот так. Во, ровно на пол хватило. Будет что-то типа такого. Да, странный дом, но да ладно. Так что сейчас я буду приступать к основному процессу. Вот. И, короче, вот. Я его... Построила, достроила, можно сказать, грёбаные ягоды. Так, вот. Я его, то есть, достроила. Осталось только механические части. Ну, в смысле, как механические. Короче, которые надо украсить, да? Вот. И сейчас мы этим и займемся вместе с вами. Вот. Делаем панельки на все, что у меня есть. Зачем я это и сделала, я не знаю. Вот песочек я оттуда. Где? Вот там где-то остров есть. Вон сзади, вон там. Я оттуда взяла. Вот. Тут, видите, у нас такое окошко. Тут панорамное. Как я люблю. Панорама, все дела. Да, я люблю панорамные. Вот. Только вот жалко, что нам не хватит вот этих штучек. Ну, вот, которые вот в первом слоту у меня. Вот эти вот. Вот. Чтобы все здесь поставить. Потому что я хотела тут как бы все осветить прикольненько. Но не получится, я так думаю. Вот. Вот сюда окошко, вот сюда окошко. Да. Странную я здесь комнату сделаю. Не знаю, что здесь будет стоять, честно говоря. Не знаю. Я люблю все нестандартное. Там что? Стоп, а что так светло? Ну и ладно. Короче, тут, значит, будет все по нестандартному. Мы же любим нестандартное, да? Да. Значит, тут будет пробитое окно. Здесь будет вот так. Во. Прикольно выглядит. Так. Ну, все стеклышки я закрыла. Теперь останавливаем вот тут вот, чтобы вот так вот, чтобы не было здесь вот этого. Потом, ну, вот сюда как бы установим. Вот так, чтобы поэкономить надо, да?
Мы экономные люди. Хоп. Или это я только экономлю? Так, на уголки мы не ставим, потому что там все равно не будет видно. Так. И вот. О, хватило, ничего себе. Еще даже две остались штучки. Интересненько. Так, сюда я поставлю вот так вот. Не знаю, конечно, получилось цветасто. Я умею строить по-нормальному, поверьте мне. Вот, как-то цветасто получилось, я это сама понимаю, но что, прикольно, мне нравится. Так, а это сюда не сажается еще. А он на обычную землю, интересно, сажается или не сажается? У меня вот такой вот вопрос. Ладно. Вот, типа, сделаем вот так вот. Вот так, вот так, вот так. Ну, типа, это такое дерево. Ну, да, вы меня, думаю, поняли, да? Вот так вот сделаем. Тут такую вот хрень тоже. Так, это надо убрать отсюда. Да, убираем все. Не-не, так не пойдет. Так не пойдет и так тоже не пойдет, потому что ты проход загораживаешь. Так, вот это вот я хочу убрать просто этого человека, если честно. Ну, не знаю как. Потому что здесь, походу, невидимый блок стоит. Вот. Его, если убирать, только в креативе можно. Ну что, мне кажется, миленько получилось. Хорошенький, миленький домик. Вот сейчас мы сюда сделаем дверцу. Да, да. Сейчас мы... О, я придумала. Все, иди. Стоп, а где? Не понял. А где мое дерево? А, вот оно. Так, берем вот это дерево. Кстати, вот эта штучка только одна осталась. Ой, а зачем я ее взяла? Ладно, ничего страшного. Так, и вот так вот сделаем. А, понятно, не сделаем. Вот так вот, раз. Вот так вот, два. И прикольно, что. И вот так вот, три. Все. Во, мне нравится. Вот. Пишите в комментарии, если вам тоже нравится. О, прикольно, смотрите. Не знаю. Что, прикольно. Вот, теперь мы делаем дверку. Дверку. Так. Дверка, дверка, дверка. Вот из таких, я думаю. Ну, или искаженную сделать, я не знаю. А, на искаженную мне не хватает. Ну, ничего страшного. Тогда сделаем вот такую, багровую. Багровую. Так, хоп. Все. Сливается, конечно. Ну, ладно. Ничего страшного. Другой двери нам не дано. Вот. Ну, чего. Мы построили дом. Мы, как бы... Надо его, конечно, было бы обустроить. Но мне его лень обустраивать, честно вам говорю. Вот. Вот, так что построили мы дом. Вот, это конец нашего выживания. Пока-пока. Так будет не очень приятно с ним прощаться. Напишите в комментариях, что вы хотите. Там мини-игры, паркур-карту. Там, не знаю, какую-нибудь новую карту по выживанию. Там новое обычное выживание, ванильное, с модами, не знаю. Напишите в комментариях. Вот. Пока не забыла. У меня есть еще одна цель на этот ролик, если, конечно, у меня осталось железо, просто я не помню. Так, у меня есть железо? Блин, я похоже... А, не хватает! Гребаный топор. Гребаный топор. Не, у меня есть не переплавленное. Фух. Так, все, сейчас мы быстренько, сейчас все переплавлю и вернусь. Ребят, не пришлось возвращаться, я нашла еще вот тут железо, поэтому... Так, хоп. Хоп, все. Все. Это можно снять. Это можно убрать. Это вот так и... И только в кожаных штанах, но в железных сапогах. Только в кожаных штанах с классной уточкой в руках. Да. Гы. Вот, ну, всем удачи и всем пока-пока.